Всем привет, ребят! Ну что, мы опять на аккаунте Юрия. Вторая часть видосика. Обязательно ставим лайк, поддерживаем видосик. Так, ну что, сейчас мы будем выбивать недостающих героев для данного аккаунта. Кто не знает, это аккаунт донатный. Мы ему собрали, я помог конем Огнекрыла. И сейчас мы будем выбивать Повелителя Бури. И также Асуру, недостающих двоих героев, которых нету, к сожалению, как ни странно, на этом аккаунте. Натащил я ему пактов, топовых талантиков. Он их уже там сам распределит, посмотрит, кому как. В принципе, аккаунт неплохой. Давайте откроем плюшки. Вот так вот. Начали собирать Асуру, 5 осколков есть. Так, отлично. С этим мы разобрались. Видите, тут и накрас есть в загашнике. В общем, все по высшему разряду. Получить, получить, получить. Так. Смотрим. Что у нас на складе делается. Вроде места хватает. Коробочка есть еще. Акции я не буду заходить. В конце потом зайдем. Будет время. Так, поехали. Не будем тратить время. 180 тысяч мы сейчас сольем на выбивание Повелителя Бури. Посмотрим, как рандомчик будет относиться к этому аккаунту. Бигфут. Отлично. Начало хорошее. Варлок. Фрея, блядь. Жесть. Ребята, это жесть. Отлично, Укротитель, Капитан Дрейк, Дед Мороз, Дракос, Ворожей, ну, хорошие герои падают, Малышник Ворожей, офигеть, Одержимый, Кенди, Леди Лео, Фараон. Да. Еще Дракос. Еще один Бигфут. Фига себе, герои падают. Ниндзя. Конечно, падают. Ну, на 30к мы набили только что очень топовых героев. Ребят, это всего лишь 30к было. Ведьма. Дрейк. Укротитель. Еще один Укротитель. Что-то одни укротители падают. Вот он, Асура. Наконец-то мы достали Асуру. Есть, поздравляю. Капитан Дрейк. Нужен теперь Повелитель Бури еще. Однозначно нужен Павлик. Атлант. Не Павлик, а Паладин упал только что. Ну, рандомчик. Артешка. Ну, просто мегалаки. Еще один герой, пожалуйста. Ронин. Влад Дракула. Ну, странно, с его донатом он, в принципе, мог уже... Был вот Повелитель Бури, если я не ошибаюсь, недавно. Суккуб, Рыцарь Тьмы. Королева Гарпий. Ссылочка, ребята, на Огнекрыла, конкурс в описании. И вот он, Повелитель Бури, ребят. Все. Блин, ну что я могу сказать? Поздравляю от души, у тебя уже есть... Повелитель Бури и Асура, и мы обошлись с малым, в принципе, 70 тысяч самоцветов и сразу два недостающих. Давайте еще проверим пару кликов. Булька. Леди Лео. Еще один Асура повторочка. Пожалуйста, Седна. Паладин. Да ладно, Теква. Уже не хочется останавливаться, но надо будет
это все закончить, Валентина. Закончим вот так вот. Блин, круто, очень круто. Давайте сейчас их тоже пооткрываем. Сейчас я посмотрю, кого можно посливать. Ну, тут ниндзики вот есть. Ой, да тут есть кого сливать. Так, у нас есть рыцарь на слив. Так, смотрим, что тут. И тут у нас рыцарь такой, такой. Этот уже открыт. Это 160-й. Так, тут руны. Вот этого сольем. Так, рыцаря сливаем. И смотрим, кто тут еще у него такой есть интересный для слива. Купидон. Купидон стойкость. Основной у него Купидон. Да, у него есть основной Купидон. Значит, купа сольем, он ему не особо-то нужен. Ниндзик, он хоть для силы более будет, а Купидона нету смысла второго даже, если у него основной хороший. Так, и Купидона открываем. Сливаем. Вот так вот, ребята. Вот она, мега удача. Оставили еще и самики. Сейчас зайдем акции, позабираем и в созвездие. Так. Так. Ну, давайте в друида. Так, Купидон и рыцарь. Окей. Немножко сила упала. Побежали, открываем повелителя бури. И Асура. Отлично. Какашки у нас даже сохранились, несмотря на то, что я там делал шахер-махер. Потому что книг не хватает. Так, смотрим. Повелитель бури. Такой талантик. Асура такой талантик. Так, ну что. Ворожей без скина. Ему сюда, конечно, лучше будет поставить. Так, что у него есть? Но эти таланты не подойдут. Ни один, ни второй. Это на ворожея. Поехали. Откроем коробочку. Гнев. Ну, гнев такое себе. Такое себе, ребята. Ну, такое себе. Сейчас будем выбивать таланты ему. Только зайдем, посмотрим. В созвездиях, что там у нас делается. Ну, тут все пятерки. Да, все пятерки. На смерть лучше поставить. Так, побежали. Сменить. Ну, дай что-то нормальное. Оживо. Ну, рандомчик, как обычно. Бастион. Ху-ху-ху. Блин, атакующий талант не хочется ставить на него, честно говоря. Сейчас посмотрю, что у него тут есть вообще с такого интересного. Тут уже прокачанное. Комбаст можно поставить. Ну, тут не надо оно. Шапка. Поставлю сюда. Не надо ни Асуре, ни этому. Не надо. Пусть будет ведьма с бастионом еще у него. Почему? Просто объясню. Этим героям атакующие таланты просто не нужны. Я бы и Фрей цепанул, но... Ну ладно. Так, еще один бастик. У него кулаков не особо много пока Фрея. Потом по-любому он выбьет его. Каунт донатный. Он сказал, делай что хочешь, но достань мне огнекрыло. Мы это сделали, а дальше
А дальше мы просто издеваемся над вами, над талантами. О! О! О-о-о! О-о-о! Огненная защита. Огненная защита. Так, 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 смотрим. Вот так сделаем. Давайте зайдем в созвездие, посмотрим, сколько нам там хватает, не хватает, чтобы не промахнуться. 49-260. Так, ну сейчас еще паролем немножко и заберем отсюда плюшки. В конце так, войти. Снаряжение, созвездие. Так, закрываем тут все. Вот, отлично, правильно собран. Так. Не, на этом мы не будем ролить. Я разогнался. Вот можно тут закрыть, закрыть, закрыть. 450. Вот даже так оставим. Все, созвездием мы решили. Поехали. Поехали искать талантики для двух новых героев, недостающих. Так, ребята, вот это топ-контент называется. Так. Замедление, ну не то. Тут надо либо каменка, либо так, смертельный. Упоменяем. Либо каменка, либо священный огонь, конечно, выбить неплохо было бы. Ну, посмотрим, как повезет нам. Так, давайте это на Асуру поставим. Побежали на Асуре. Ремка 4-5, но она ему не нужна. Исцеление. Исцеление, ребята. Исцеление. Блин, а на тыковку нету-то этого. Да ладно. Так, вторая тыква есть хоть? Так, есть, отлично. Поменять, заменить. Все, поздравляю. Топовый талантик. Надеюсь, ты будешь рад. Так, Асура. Огненка не то. Можно повелителю будет сейчас поставить огненку. Так, отлично. Неплохо было бы еще словить один. Так, надо помедленнее. Можно и троечку поставить. Так, приговор нафиг не нужен. Давай, рандомчик, разброс. Разброс, разброс, разброс. У него душек там чем. Душегуб. Ау. Понятно все. Ой, тут атакующий талант и варлоку нужен, оказывается. Так. Так, тяжелый удар нужен нам будет однозначно. Так, разброс. Давайте череп поставим. Так, поехали дальше. Ну, удачливый у него Асура, но пока нету двоих талантиков. Надо два таланта. Стойкость. Ну, давайте поставим. По крайней мере, лучше. Есть он, каменная кожа. Так, 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 так. Так, так, так. Каменка. Каменка, каменка, каменка. Ну что, ребят, наверное, я остановлюсь. Пусть у него лучше останутся самики. Он докачает, поставит каменку и уже дальше там еще доролит. Я-то могу, конечно, ролить вечно, но...
Это контент, все дела, но я остановлюсь на этом. Надо знать меру. Пусть лучше останутся самоцветы, будет какая-то акция. Возможно, после обновы он даст аккаунт, там еще паролит, посмотрим. Давайте зайдем в созвездие, заберем акции. Так, забрать. Забрать. И 10к самоцвета. Все, отличненько. Итого у него останется там 70 тысяч. В принципе, пусть лучше будут. Давайте еще зайдем в акции. В яйца побегаем. А вдруг сейчас еще что-то словим интересное. Так. Череп. Так. Ронин. Да, не густо, не густо отсюда, конечно, падает, но... Так, яйцо. Ну, хоть что-то. Таки-таки-таки. Ну, мы, в принципе, сделали все по максимуму, не все потратили. Ну, думаю, он будет более чем доволен. Талантики повыбивали. Самое интересное, что не все видят все сразу, как только я делаю там, прохожу, потом уже после того, как видос смотрят, тогда уже видят, что им упало, что как делать и все остальное. Так, поехали дальше. Мороженки. Ну давай, что-то интересное уже. Рандомчик. Анубис. Вот так вот. Анубиса еще и словили. Ничего себе. Отлично. Ну, конечно, он тут не особо ему нужен, но сердцеедка. Ну, все равно. Рано или поздно вдруг надумает еще качать. Так, самики. Фрэнки. Анубис это, по-моему, была награда за 30-е. Потому что он еще открывал. Поэтому так вот получилось у нас. Самики. Ну все, 71 тысяча самого осталось. Надеюсь, он их сохранит. Получить. Вот так вот.
Неплохие герои получились. Все, Юра, поздравляю. Беркут 007. Будем ждать, возможно, будет еще что-то интересное с твоим аккаунтом. Пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.